Бука-бука-бука-бука-бука. Shop-buka.ru. Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиел, и мы с вами продолжаем играть в Battlefield Hardline. Итак, у нас эпизод 9, я так понял, осталось 2 эпизода. Совсем немножко уже, ребята, осталось. И, кстати, вот сейчас немножко о вебке поговорим. 4, баллоны с воздухом, страховка, кабельные тележки и один робот для взлома сейфов. То есть мы готовы? Готовы. А теперь в Майами. Стой. Последний штрих. Нам нельзя оставлять за собой никаких улик. Ага. Дай знать, когда будешь готов. Какого хрена? Что за свист? Зашибись. Ох-ох-ох, сразу. Ты думал, сможешь скрыться от меня, Мендоза? Ведь я научил тебя всему. Как дела? Пристрели этого урода! Твою мать, вот невезуха-то! Так! Да, блин! Последний удар за мной! Давай! Фу. Ну что, еще живой? Я сколько там пультов в голову выстрелил? Все в норме. Это Доус. Не хочешь, ну типа, привет сказать? Прямо по автоответчику покойничка. Ты чего делаешь? Наверное, Доус хочет узнать новости. Отправил ему фотку. Вот мудиля. Отлично, теперь он нас будет ждать. Теперь он нас будет ждать уже готовенький. По-любому с людьми. Я уверен, больше, чем... Так вот, насчет вебки, да-да-да-да. Видео с вебкой будет, на самом деле, выходить где-то, ну, не знаю, 3 видео в неделю, 100%. Вот, так что ждите, ребят. Пока что, вот видите, вот эту всякую ерунду заливаю. Hardline надо уже было давно-давным закончить. Что я с ним, блин, нянькаюсь, а? Сейчас, блин, быстрее, надеюсь, закончится. Даже это просто уже невозможно. Странно, кстати, что мы Доуза так быстро раз-раз и все. Как будто вот на отъебись разработчики вот сейчас придумывали вот эту миссию. Могли бы как-нибудь поинтереснее, чтобы вот мы в этот отель, хотел сказать. Где ты, черт возьми? Он уже должен был появиться. Прошло больше часа. Заблудился, может? На двери к резервуару значок. Как тут заблудишься? Эй, ребята, извините, я заблудился. Где тебя черти носят? Резервуар нашел быстро, вот с дренажом долго возился. Там труп больше, чем в органе. Эй, Тайсон, держись подальше от камер. Расслабься, все, что они видят, это как я мою окна. Готовь трос, мы идем. Минимальный радиоконтакт отсюда. Понял. Ну ладно, погнали. Блин, все-таки вот этой китаянке я не доверяю вообще дико. Вообще. Здание с более жутким видом. Хо-хо-хо-хо-хо. Там в этом здании. А то бы нам много пришлось. А тут у каждого небоскреба бак с водой ходишь. Они удерживают его от обрушения в сезон урагана. Доус, наверное, думает, что биометрические лифты и пуленепробиваемое стекло делает его пентхаус неуязвим. Ну вот и узнаем. Давай. Тайсон сбросит кабель в любую минуту. Браток. Это типа бомж, ни хрена себе. Какой блатной. Отстойные фейерверки. Ужас. Даже тараканов не берет, а? Таракан вообще похрену. Господи, что за помойка-то здесь? Там фургон. Ужасно. Ну? Да, точно. Дайте мне минуту. Каждая минута на счету, Бумер. Да знаю я. Блин, как-то это подозрительно. Вы уверены, что это разве работа? Нет? Поздновато.
не так ли? Просто спрашиваю, если бы миллионы кубометров воды 200 тысяч. Упали мне на голову, или 200 тысяч, какая разница? Хотелось бы быть уверенным, что это безопасно. Все, что если мне нужно. Если знаешь другой путь, пентхаус, то давай. Взорвать стабилизатор было твоей идеей. Оказалось намного проще, чем на самом деле. Вот блин. Тайсон вернулся в график. Дай мне С4. На. А бутерброды с маслом и вареньем там тоже есть? Могу написать бомба сбоку, если хочешь. Давай, заканчивай быстрее. Тащи этот кабель. Молодцы. Я должен быть наверху с роботом. Хочешь, поменяемся? Думаю, справлюсь. Удачи. Думаю, вы справитесь. Отлично. Хороший дубляж. Ого! Стоп, а... Там несколько входов. А кабель для чего? Похоже на то. Шов для разрушки с той стороны. Лестница на балкон сбоку. А еще дубль... Типа, нам забираться? Полно охраны. А, надо снять. Полно охраны. Сколько народу надо... Стать! Эй, эй! Так, братки. Начнем с тебя. Ну ты понял, да? Почему с тебя? А, ты у нас такой мирный японец или, не знаю, китаец. В общем, азиат. Да, да, лежи пока. Так, вот наши уже вторые братишки. И вот этот самый главный, кстати, браток. И вот он надо нам... Ой, здравствуйте. Вы видите? Черт побери, у нас что-то есть! Что? Стоять! Так, там, запалили, запалили. Надо быстрее, быстрее отсюда драпать. Так. А, нет, смотрите, нормально все. Фух. Че там у тебя? С дровосеками? Ага. Даже не знаю, что думать. Дровосексуалы, походу. Это еще что за херотень? Какого черта? Так, а нам вообще эти нужны братки-то? Тут тихо. Здесь кто-то есть. Ну вы докажи еще. Эй, о, херня. Достаньте его. Ладно, плевать, ребят, на самом деле. Так. Уик! Тут же эта тревога, блин, надо было пройти. Типа не заметил. Черт! Открывайся, ну же! Ай! Тихо, 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 не пали контору! Что такое-то? Типа не работает. С оружием проходите, сэр. Так нельзя. Блин, я... взял-то, ну, видите, вы поняли. Там еще один грязный червь. Умри. Сколько грязных червей-то понавалило. Все, бегут, 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 бегут. Блин, хоть бы... Хоть бы так высунулись, нет. Постреливают иногда. Что это за... Вперед! Сейчас байда была. Черт возьми, ну... Хоть одного ты убила. Замечательно, правда? Да, я ему уделил еще тот. Надо было по стелс проходить, но... Ладно, я разберусь с этим кодом. Ты знаешь, что водить? А, ну да, знаю. Охренеть, угадал. Знает код. Угадал. Полно копов. Думаешь, Доу знает, что мы придем? Возможно, но не знает. Я на 19-м, но здесь охранники тусят. Ладно, мы идем на 20-й. Нападем сверху. Класс. Ах, ну на 20-м-то может вообще там жопа. Что вы делали на День независимости в детстве? Ну, поливали хот-доги рыбным соусом, смотрели, как салюты пускают. Мы на 20-м, Тайсон. А, ну здесь добро тоже. Я возле офиса, который на ремонте. Противнички. Мы на подходе. Так, погодите, а вот этот... Да черт возьми, диваны тут... Я-то думал, что я не могу пройти. Неплохо, Майами. Плохо.
Да не, зря ты начал оглядываться. Так, тут вот этот уже нам нужен. Я не знаю почему, ребят, но... Блин, как только я вижу, что... Как только я вижу вот этого братка, сразу хочется его арестовать. Он нас запалит сейчас. Может запалить. Интересно, почему Доус вызвал всех выходные? Доус всегда знает что-то, чего я не знаю. Так, ты да, ты стой, молодец. Умная девочка вообще. А как мне его задержать-то? Это будет не так легко. Когда там смена кончается? Моя жена уже в гневе, что я не посмотрел фейерверк с детьми. Она, видимо, пропустит постельный фейерверк. Рот твой закрой. Руки вверх! Так, ну типа одного мы вот самого главного братка-то задержали. Эти даже не палят. Охренеть. На всякий случай. Вот так сделаем. И, естественно, вот так вот. Вообще, гадить-то по полной гадить. Ну, давай, типа, взламывай. Давай. На, бумер тебе ланч положил. Знаешь, я уже ничего не грабил дней 8. А ты уверен, что это та труба? Уверен. И вы оба чокнулись. Быстро он укатил. Ай, там опять новые охранники, типа, пришли. А, новые снайперские винтовки, вот это круто. В чем дело? Так, а у нас двое арестованных, все. Можем убивать какого хоть кого. Черта? Одного завалили, вон там. Да. А вот этого, типа, не завалили. Так, у меня что-то гильза туда укатилась. Да, что-то она. Что-то она туда куда-то укатилась. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, плохо-то как. Одного из наших вырубили. Ой, что-то опять там гильзы где-то шелустят. Ладно, я. Ладно, ты это. Охренеть. Кто-то как он тебя не заметил? Чё-то я не понял, как он тебя не заметил-то? Самое веселое? Доус надеется, что благодаря его личному лифту пентхаус в безопасности. Бумер говорил, это взломать нельзя. Хорошо, что мы лифт не взламываем. Так, это типа не лифт? Надень маску. Ты уверен? Эй, если нам нужны деньги, я нажму кнопку. Да. Еще в Лос-Анджелесе ты сказала поверить тебе. Я поверил. Ну и вот до чего это тебя довело. Скажи, расслабься, все получится. Я не знаю, сработает или нет. Теперь мой черед доверять тебе. Давай. Взрываем. Ого. Так, я понял, для чего акваланги. Все, окей, все. Вот это прикол. Вот как мы будем добираться, ничего себе. Это просто офигенно. Такого... Нет, тут оригинальность плюс 100-500. Такого точно не было. Не помню, что-то я особо... Были наподобие таких миссий. Тут уже пошла оригинальность, ребят. Так, моя дорогая, подвинься. Тайсона лучше впустить.
Быстрее, кто-нибудь... Ого! Погодите. Сомневаюсь. Раз, Доус, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я знаю, что у японцев в основном принято-то больше камней. Вроде 15 как. Типа священное место, ребят, я кстати. Я поищу, чем открыть двери. Типа нельзя здесь ходить. Вот такие вот дела. Так, а где там кто? Кого мы ищем? Так, вот браток. Всегда, пожалуйста. Ну я типа открыл. Стоп, а как это? Какого хрена? Ты уже здесь? Блин, могли бы просто в его тележку сесть, да и все. И не париться, да, он бы... Блин, вот я мудил. Отлично, нашел. Вот как! Ага. Приятно видеть, что вы оба все еще живы. Понятно, понятно. Я так скажу. Доус бывший коп, но у него есть вкус. Мы бы тогда не открыли здесь. Угу. Все понятно. Да плюс эту хреновину еще надо. Это чайный столик за 24 тысячи долларов. Знаешь, что ни один богач не читает журналы про богатеев. А я на все подписался. В отличие от вас, моллюсков, я ценю такое. Ну все, дай Бруту заняться с этим. Окей. Где он, черт побери? Хороший вопрос. Смотрите тут все. Так, ну. Сейф должен быть где-то здесь. Нет, не-не-не-не-не. Так, чтоб поинтересней было, ребят. Чтоб поинтересней. Оп-оп-оп-оп-оп. Снаряжение в компьютере. В жопу компьютер. Где-то 100% здесь. Нет? А, это просто улика. Открытое новое дело какое-то. А, да, видите, сканировать так и так надо. По-любому. В смысле, так... Погодите, погодите, там 16 метров еще. 4, 4, 4... Где, 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 где? Я не вижу. 7 метров, 8 метров. Так, 6. Она какая-то странная. Да погодите, а, во! Я хочу сначала вот этим заняться, ну. Найти улики все здесь. Так, 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 так. Фотография. Фото умирающей жены Доуза. А! Да ладно! Только не говорите, что он хороший на самом деле, что он вообще лапочка и так далее. Опа, ну-ка, что я там видел? Еще раз. Ага, вот и они там. На камерах мы уже засветились, так что... А, понятно, это нельзя. Что тут сделать? Так, спускаемся, спускаемся. Я просто хотел найти, ребят, улику. А вот насчет сейфа мы сейчас подумаем. Значит так, что там странное говоришь? Ого! Привет! Что-то мне подсказывает, Доус читал много комиксов в детстве. Так, ну... Отлично. Присобачивай, типа. Так. Так сработает. Ну-ка. Давай, Брук, за дело. А ты следить за ним не будешь? Его уговаривать не нужно. Смотрите, как брутит. Только он может комбинации-то эти все перемешивать. Сколько их? Сколько? Много-много очень. Помнишь мой план на худший случай? Ну и... Столько. Ну, столько? Так, ребята, у меня есть идея. Мы просто уходим. Они такие, ой, а кто это тут что ломает? Выжить. Блин, у меня даже ничего и нет.
Такие штуки у меня есть. Я не знаю, зачем. Надо притормозить этих ребят. Давайте вот так делать. Если есть растяжки, вставь их быстрее. Да ладно, и без них обойдемся. Шаги. Они здесь. Че, они прям как ниндзя? Вот так вот сделаем, чтоб они херили. Эй, там проверили? Я проверю тут все. Осмотрите все вокруг. Эти ребята не будут шуметь. Проверьте тут все. Да блин. Ищите везде. Растяжечки. Кстати, можно было бы и растяжечки. Проверьте там. Здравствуйте. Ай, нельзя. Блин, не получилось, ребят, не получилось. Что я хотел? Я хотел его этой штукой убить. Но... Ой, привет. И ты привет. Блин, сколько вас тут? А, это наш вообще. Так, а ты откуда? Блин, какие-то ребятки-то на самом деле легкие. Че, больно нам, что ли? Так, здравствуй. Чин-чан-чин-чин-чоу. МП. Не знаю, чувак, не знаю. Видимо, придется. У меня патронов нет. Открыто. Блин, только сейчас, что ли, открыли? Кстати, классная штука была в Call of Duty Modern Warfare 2. Еще классно. Я помню. Клан даже у нас какой-то там был. В общем, сколько чего не было. Так, слава богу, тут Брут работает и без подзарядки. Хороший там. А как? Ага. Никто не должен скрыться. Смотрите там. Нужно проверить, что это. Отряд Чарли. Здесь. Ах ты, крыса вонючая. Смотрите. Тихо. Теперь там. Ой-ой-ой, где-то там. Да, ну им плевать. Потому что они уже сражаются. Здравствуйте. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой, я стесняюсь. Куда вы фонари-то свои грязные? Хотя, блин, они помогают. В потемках. Странно, что и вы... Без ночного видения. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут их до хера просто. Тут пиздец как до хрена. Остановите его! Что-то их до хера просто. А зачем мне с этой-то штуки? Ай, консолька. Все, что-то их мало очень было даже. На самом деле-то. Мендоза! Брут открыл его! Все? Легко это было. Ну давай же. Ух ты! Сейф вскрыт! Пора тут прибраться. Ой, бля. Назад! Охренеть. Кай Санч! О боже! Кай! Он жив! Броник его спас! Эй, Тай, смотри на меня! Я здесь! Надо убираться! Хранилище! Давай, давай! Он вытащил деньги! Он знал, что мы придем! Сюда! Давай сюда его! Чёртов ублюдок, а! Что за... Айфоне хоть оставил? Меня. Я думаю, нет. Тебя трудно грохнуть. Мы не закончили. Я не закончил. Знаешь что? Я тебе верю. Правда. Давай проще. Я на Санта-Розаде. Это неподалеку. Я знаю, где это. Ну тогда приди и найди меня. Чёрт! Все через жопу, а пошло. Смотрите-ка. Надо выбираться. Погодите, где там это... Штучка, снаряжение,
Так. Ну все, уходим. Блин, как все плохо-то, а? Да чертовы стены. Все через жопу пошло. Бумер, лови Тайсона. Цепляйся, я за тобой. Нет, мне кажется, ну, понятно. Вот они. Эй, стоять на месте. Давай, давай. Так, а мы... А, успели, ни хрена. Твою мать, обратно! Ёкало мне. Здравствуйте. Бля. Это типа вертолет нас так... Черт возьми. Да нет, нет, не надо. Опустите меня. Полетали. Так, опять нас стреляют. Так, Хай, ты жива? А, вот она. Да. Блин, да черт, дерьмо! Блин, такое пережили, нас убили, а? Черт возьми, как так? Как это вообще возможно? Почему такое происходит именно с нами? Несправедливо! Ты в норме? Отстаньте его! Я только что упала с дома! О, попал. Так, готов. О, блин, самые старые дробовики. Тихо. Странно, что вы не убиваетесь. По идее, это легко происходит. Умер, пытайся, но получилось. Вам, ребята, лучше поторопиться. Это... Бегись. Эй, останусь. Эй, ты. Черт. Мы закончим то, что начали. Ну все, закончили. Черт, каждый тут разобраться хочет. А, типа вы не ожидали. Вот поворот. Тихо. Готово. Салют, салют, нашу честь. Бал будет. Так, это же наш фургон. Тайсон, ты куда ушел? А, вы уже тут, все. Давай, давай. Тай, не закрывай глаза, хорошо, вот так. Смотри мне в глаза. Так, ого, хорошо, его помял. Вот черт. Я поведу. Помоги, Хай. Эй, ты куда? Доуза проведаем. Откуда знаешь, где он? Он сам сказал.